Наше молодежное движение занимается тем, чтобы привлекать как можно больше молодежи, коснуться миллионов людей по всему миру и сделать все возможное для того, чтобы достичь их. Мы говорим о том, что нужно двигаться вперед, любить, менять жизнь, менять судьбы. И, в принципе, об этом мы постоянно говорим, где бы мы ни были. Yeah, just want to say thank you for everybody coming out. Хотел бы просто сказать спасибо большое, что вы все пришли. We love people that work with media, social media, press. Мы вообще любим людей, которые работают в медиа, в социальной медиа, в прессе. Your job is to spread a message. И, по сути, ваша работа — это распространять послание. And we believe it's our job to spread a message. И мы верим, что также и наша работа — распространять послание. So we're on the same team. И мы все в одной команде с вами. Хочу немножечко добавить, что я очень поддерживаю движение, курс, молодежное движение, потому что вот сейчас нам в Украине очень нужны перемены, это ни для кого не секрет. Но знаете, я верю и убеждена в том, что перемены, настоящие перемены, они не начинаются в первую очередь извне, где-то там начнутся перемены, они к нам придут. Это все мифы. Я верю и убеждена в том, что настоящие перемены, они в сердце начинаются. И вот это, в принципе, та цель, для которой мы сегодня здесь, чтобы начались перемены вот в сердце, в мышлении, в менталитете. И я верю, что именно это, оно изменит нашу страну. We've had several million people come out to events. То есть в общем у нас уже наши такие мероприятия, концерты посетили несколько миллионов людей. And Pulse started out of students reaching our friends. И вообще Пульс начался с самого начала со студентов, которые просто хотели делиться благой вестью со своими друзьями. So this wasn't our parents or grandparents trying to reach us. Это не просто как бы наши бабушки там, или дедушки или родители хотели рассказать нам благую весть. Это мы взяли на себя ответственность и сказали, мы хотим достичь своих друзей и своего поколения. And so our goal is always to try to build a bridge to where young people are. И наша цель — это построить этот мост между нами и теми людьми, которые еще не знают Бога. Также Одесса не планировали там ничего проводить. Это связано с тем, что просто все люди там сейчас. И поэтому все остальные города, они небольшие, они не избалованные, и они просто в предвкушении каких-то действительно какого-то невероятного послания, шоу. Но если, я не знаю, может быть, я заглядываю вперед, может быть, это и не заговорит. Но мы, речь была о том, что в следующем году это коснулось и Харькова.